новый день, сегодня суббота. Сережа еще спит. Вот, вчера мы хорошо посидели на малышке на полтора годика. Стол еще не убрали, потому что, наверное, наверное, удобнее играть в разные игрушечки. Поэтому пока мы еще это, в общем, не набаловались этим столом. А еще мы вчера с малышкой уснули в 10 часов, проспали до 3:30. Сережа вскочил, наругался, типа, ага, ты такая сякая, я из тебя все время сплю. Вот. Вот. И, короче, пошел на кухню смотреть видосы. Вот. Ну и в итоге был где-то около 6 часов утра. Так что сейчас мы еще решили ему дать немножечко поспать. Ой, еще сегодня классные качели придут у Мильки. Такие коконы. Качели. Да? Так что мы сегодня будем вешать, как-нибудь нужно это крепление придумать и попросить Сережу купить. А еще нужно обязательно в Оби ему заехать, краску взять, отломить кусок стены. Так, надо его, короче, будить. Милька, иди буди папу скорей. Эй, Кокуся, в общем, мы позавтракали все. Сейчас вот собираемся. Ими, одевайся. А вот. Так что сегодня Сережа не поедет, кстати, за мясомишкой, потому что закрыто. К сожалению, это инстанция, и он поедет за товаром. А мы с малышкой, ну, она к маме, я в суп. Пеми, давай одеваться, одевать кофточку, одевать колготочки. Блин, камера села. Привет. Привет. Мне надо выломать кусок стены. Причем это самое быстрое, знаете. Ну, дайнику можно один кусок. Тут попробуем сейчас. Давай. Нет, это лимон. Лимон. И вот это. Лимон. Вот такой вот кусочек стены получился. Ну, я не знаю. А? Вау, ты молодец какой. Ну-ка, ну-ка дай посмотреть. Они смогут, да? Они? Мне придется подбирать по нему. Какой тебе? Там же Толян сказал, ты даешь им, и они типа подбирают примерно. Ну, точно стараются. Не знаю. Посмотрим, будем пробовать. Если бы не я, то ты бы спал ночью. Да я и так спал. До 5 где-то, до 4. Проснулся, я вспоминаю то, что я тебя будил раза 4, наверное. Говорю, блин, Ален, что, пойдем, не пойдем, что мы с тобой, ну. Спать будем или что? Да, идем, идем. Я еще помню, говорю тебе, ну пошли. Да, сейчас идем. Ну пошли. Сейчас, да. И потом я просыпаюсь в 5 утра. Расстроенный. Конечно, убитый горем. Да. Убитый горем. Обижаюсь на тебя, я иду смотреть видосики. А ты меня будила? Будила. Ну вот расскажи об этом. Я тебя будила, будила, а ты такой... Ты я говоришь, с 12 до 2 ты меня будила где-то. Да, до пол первого. А потом думаю, да нафиг надо, пусть он спит, надо поспать человеку. Да, вообще этого не помню. Ну, конечно, ты ничего не помнишь. Ну, суббота, приехал, места, конечно, мало. Ну, нашел что-то. Ну, все. Вон картон виднеется, купил одну коробочку. Выезжаю обратно. Сюда ехал, кстати, 2 часа примерно. Сейчас Алине голосовую записал и понял то, что в принципе это и на камеру можно рассказать. Сейчас, ну, 15 минут у меня все это заняло. Я 2 раза сходил на южные ворота. В первый раз я сразу уже знаю, где подается мой товар. Да, я к нему подошел, он меня уже знает. Он такой, о, здорово, здорово. Я говорю, коробочку, пожалуйста. Он достал ее там с чердачка, все, короче, все быстро. То есть сразу отнес ее обратно. То есть там буквально, не знаю, 5-7 минут. И я еще раз пошел, потому что с коробкой она объемная, неудобная. Я еще раз пошел, взял уже 3 коробки. Не знаю, видно было, не видно, такой военный стоял. 3 коробки взял и пакетов 100 штук. Пакеты меньше взял, потому что мы сейчас кладем без пупырки. И поэтому меньше дешевле. Сейчас хочу заехать в Бургер Кинг. Где-то тут должен быть съезд. Яндекс.Навигатор, я сказал Бургер Кинг. Он подумал и просто показал мне всю карту.
И потом, когда начал движение, он мне уже ее скинул до моего масштаба. Типа, вот ты, вот тут едешь, ты, короче, все. Что такое Бургер Кинг, запрос? Я тебя не понимаю, говорит. Я Яндекс, я Яндекс.Карты, я тебя не понимаю. Сейчас машинку пропустим и немножечко, наверное, правее держаться будем. Где-то здесь должен быть съезд. Ну, не прямо здесь, не на мосту, наверное, после где-то. Все, одуплил, короче, я Яндекс, нормально. Сейчас пока едем, расскажу, типа, то, что сегодня должна прийти настолочка. Каркасон, по-моему, называется. Там, типа, 5 в 1, там какие-то дополнения. Сегодня заберу, надеюсь, с Алинкой сегодня сыграем, не уснем. А на завтра я заказал дешевую игру, потому что денег уже маловато. А квест «Ограбление в Венеции», что-то такое. Вчера посмотрел, типа, ну, начал смотреть летсплей по побег из Алькатраса. И, ну, прикольно, я его как бы досмотрю, чувак как бы доиграет, я думаю, да? Ну, а смысл мне его покупать и проходить, если это квест, и он один. То есть ты его один раз прошел, и все, и ты уже, в принципе, знаешь ответы, как что надо, да? То есть, ну, в первый раз только интересно. А если я его посмотрю, то нет смысла его покупать. Поэтому я взял «Ограбление в Венеции». Посмотрим, посмотрим. Да, кстати, сижу, жду Алину. Сейчас она малышку соберет, и я пойду им помогу донести ее. Нет, вот она. Вот она. Наболтали красочку. Ну, она сказала то, что в цвет подобрать нереально. В любом случае надо перекрашивать. Ну, в принципе, то, что я и говорил еще до всей этой болтанки, еще до Леруа Мерлена и всего остального, я сразу сказал. То, что в цвет подобрать нереально. Надо перекрашивать. Но я ей говорю, поймите, говорю, просто там, говорю, стена без лака. Я говорю, цвет вот такой-то. Нам... Она, говорю, малышка там нарисовала где-то фломастерами, там маркерами, да, говорю, там красные полоски, желтые, говорю. Мы хоть чуть-чуть, говорю, подзакрасим, уже лучше будет. Она, ну, не знаю, говорит. У вас будет выделяться, что так выделяется, типа, что будет краска отличаться, выделяться. Я про себя думаю, ну, если ты знаешь, где ты подкрасил, да, у тебя будет это как бы в глаза кидаться немножко, да. Но если приходят, например, какие-то гости или еще кто-то, они не знают, да, и какие-нибудь там красные пятна, да, фломиков, они могут кинуться в глаза гостям. А пятна, которые мы подкрашивали, да, там оттенки, типа оттенок немножко не попали, когда мы закрашим, когда мы закрасили оттенок, как бы, ну, он тоже может броситься в глаза, но как бы, ну, не особо. Как бы вот по улицам, да, пример такой, сколько ездит машин, да, допустим, год выпуска у одной 2005, у другой там 2018 был, и вот он, короче, в 18 попал в аварию, ему надо поменять две передние двери, и он берет на разборке себе автомобиль 2005 года. Естественно, там двери уже все выгорели, и краска сильно отличается. Типа красная и красная, да, но та красная уже выгоревшая вся, она уже бледная стала, а у тебя еще как бы такая относительно свеженькая, она еще другого цвета у тебя. И никто этого, по сути, не замечает, потому что не вглядывается, только всякие автопрофессионалы-любители, да, если он будет обращать внимание, прям приглядываться, то, ну да, это можно отличить. А так, ну, красные и красные, какая разница, какие там у него, да, там передние двери стоят, как бы красные, ё-моё, и ты не замечаешь разницы, так, мельком глядя это. Короче, вот такой хороший пример привел, он действительно рабочий, и посмотрим, покрасим в этот цвет, подобрали по нашему мини-шаблончику, вот по вот этому вот, мы там прикладывали, я потом сфоткал, фоточка есть, вот прикладываю тоже, то есть вот таким образом мы подбирали, ну и скоро узнаем, что получилось. Ты танцевал? Да. Ой, я наступил на какашку. Ё-моё, спасибо, я честно искала. То есть, ну вот на ковре, вот ну вообще не видно, вот найди какашку. Вот где? А вот она где. Ну да, еще чипки, давай покажи. Чипа, ну-ка съешь быстро. Зубами взяла, на место оттащила, блин, что это? Кол есть кола, есть тортик, наш холодильник. Есть заваренный чаек, который ждет. Вот, тебя. Давай, налей, пожалуйста. Налью. А, значит, я сегодня в Бургер Кинге заказал кофе 0,3. Ну, там 0,5, либо 0,3. 0,5 я не хочу, много очень. И вопер, как обычно. И мне сказали кофе и говорит, типа, проедьте, вот подождите, сейчас мы вам вынесем. Я хорошо, короче, жду, через 5 минут мне выносят. Дают, короче, кофе и
и в опер. То есть, ну, я ждал в опер. Я говорю, а у меня кофе уже есть? Он такой, нет, вот кофе и в опер. Я говорю, второй? Он говорит, ну, у меня один. Я говорю, ну, ладно, давай. Короче, парень что-то запутался. Да, я говорю, ладно, давай. Причем я ему прям показал, он через окошко, как бы, да, смотрит на меня через окошко, я ему прям показываю то, что вот, говорю, кофе у меня уже есть, мне уже дали. Он такой, у меня вот кофе, типа, я ему говорю, типа, ну да. И, короче, я кофе опился, я много кофе, ну, за день выпить, как бы, особо так не могу, если только интервалы такие выдерживаю, достаточно большие. А там, допустим, там 3-4 чашки за раз, это не про меня, мне как-то противно становится. Вот. И сейчас я вот домой пришел, я понимаю то, что кофе я не хочу. Сегодня мой лимит исчерпан. Итак, открыли красочку. Ну и так-то вроде бы как, ну и вроде бы как. У нас тут есть первая черновая стена. Вот тут мы пробовали первый раз. Второй раз мы пробовали тут. Ну и вроде как продолжаем. Третий раз тоже пробовать тут. Ну нормально, да? Ты супер, ты просто идеальный мяу. Ты молодец, любимый, класс. Блин, да. Только делай так, чтобы, ну, плоское было. Все бортики убирай. Типа уйди отсюда. Засохнет, уже не уберешь. Прям размазывай ее, не бойся. Ну, да, уже лучше гораздо. Эми! Ты почему там одна? Все, художник сел. А теперь что делать? Просто, если что, им показывать. Ну, я думаю, нам хватит. У нас номер есть, на крышке написано, я сфоткал. Фотка есть. Чтобы убить этого нету. Фу, не руби, а в Леруа. Номер цвета, который могут замешать. Ну а что, мы в Руби можем намешать, да, так же. Нам-то какая разница. Слушай, ну не то, что дерьмо, мы не знаем. Дерьмо Леруа или нет, потому что, ну, просто мы в цвет не попали. Это наш косяк. Ну, да. Они-то, может, и нормально замешивают. Эми, мы ушли. Пока-пока, Эми. Давай, быстренько иди сюда, быстренько иди. Маша идет, блин. И дверь закрывает. Ты что? Поэтому я презираю замки, которые вот на входную дверь. Иди, господи, иди. Моей троюродной сестры так было. Пошла мусор выбрасывать, а ребенок дверь захлопнул. В квартире остался. Ну а это... Телефон у нее, благо, с собой был. Она МЧС вызывала. И очень-очень переживала. Он один в квартире. Каркасон. Обещают быть интересной. Во всех топах участвует. Много кто его сравнивает с чем, с кем. Прям вообще здесь еще какие-то 5 дополнений. Взял по акции, вообще нормально. Дешевенько. Крутяк. Это тебе настольная книга будет. Охренеть. Это правило мое. Да, конечно. Слушай, ну дофига тайликов. Вау, там целый замок. Да подожди, смотри. Фигурочки. Ух ты. Мосты. Откуда упала? Это, наверное, отсюда. Причем, смотри, эти полукругом. А куда их ставить, я даже не знаю. Ну вот мы и закончили играть. Время 3:30. Все уже прибрали. Каркасончик нам очень понравился. А еще это мы только играли в самую банальную, стандартную версию. И как бы, ну так. Сегодня, думаю, что мы более-менее подразобрались. Завтра еще нам бы правила подтянуть по стандартной версии. И там еще 5, ну 4 получается, дополнения. Или даже 5. Река, мосты, замки и базары, принцесса и дракон, граф, король и культ, аббат. Реки добавляются, мосты, короче, дракон с принцессой в замке, король какой-то там, короче, то есть, ну, блин, еще, короче, охренеть, сколько всего узнавать и разбирать. Ну что ж, ладно, а сейчас пора спать.